В крае продолжается благотворительный марафон «Поддержим ребенка». Его инициировал губернатор Александр Кардин. В рамках этой акции тяжелобольные дети ежегодно получают финансовую поддержку и высокотехнологичную медицинскую помощь. Свой вклад внесли и воспитанники Заринского детского дома. В рамках марафона дети продавали апельсины, а также елочные украшения, которые сделали своими руками. Фрукты для акции предоставил местный предприниматель. Сувениры покупали попечители, сотрудники жилищно-коммунальных служб и полиции. Они, в свою очередь, подготовили небольшие экскурсии для детей. Например, сотрудники Заринского отделения МВД рассказали воспитанникам детского дома про служебное собаководство. Вырученные деньги, почти 13 тысяч рублей, дети перевели в фонд «Поддержим ребенка». И на примере наших попечителей мы тоже стремимся делать добрые дела. Пусть они маленькие, пусть они незначительные, но, возможно, вот эта наша небольшая акция спасет действительно, может быть, жизнь какого-то ребенка. И мы будем только за это этому рады. Правда, дети? Да. Добавлю, в этом году было собрано более 7,5 миллионов рублей. Краевой благотворительный марафон «Поддержим ребенка» работает с 2009 года. Всего за это время было собрано более 62 миллионов рублей.